Это день Лизы. Пусть будет так, как она хочет. Эй, малыш, я так горжусь тобой. Знаю, пап. Авария в прошлом году. Оба родителя погибли. Ты пробовал спать в кровати, а не в кресле? Нет, слишком много работы для сна. Да, я это вижу. Столько троллинга делать. Надо выяснить, это розыгрыш или нет. Хватит играть в детектива. Оставь расследование нам. Надо звонить в полицию. Выглядит реальным. Это реально. За всю работу в бюро это самый жуткий случай. Ты уверен, что это тот же парень? Жизнью готов поручиться.